Дорогие друзья, вашему вниманию автомобиль Лада Приора, комплектация SE, это максимальная комплектация в черном цвете. Автомобиль 2014 года, я второй владелец данного автомобиля. Автомобиль у нас в идеальном внешнем состоянии с маленьким пробегом. Пробег у данного автомобиля всего 22 тысячи родной. Комплектация, еще раз повторюсь, максимальная, здесь все, подогрев лобового стекла, электроподъемник, зеркал, подогрев сидений, кондиционер, подъемник задний. Салон чистый, в салоне не курили. Данный автомобиль приобретался в 2014 году в автосалоне Лада. Еще раз повторюсь, я второй владелец. Пробег родной. Машина, можно сказать, как новая. Альтернатива новому автомобилю. Состояние идеальное. Также есть летняя резина на литье ВАЗовском. Такой вот автомобиль. Кому интересно, пишите, звоните.